Китайская корпорация «Джода» перенесла срок сдачи первого дома в республике. Напомним, что «Джода» в Якутске ведет комплексную застройку 3 кварталов. По плану сдача первого объекта запланирована на конец 2017 года, но «Джода» перенесла этот срок на лето 2018. По словам исполняющего обязанности генерального директора экотехнологии строительства «Джода» Ван Пина, строительные работы затягиваются из-за долгого расселения жителей из дома номер 43 по улице Якутская. Напомним, застройка 3 кварталов полностью должна завершиться к концу 2022 года.